Здравствуйте. Может, это всего лишь совпадение, но я заметил, что те мужчины, которые уже в зрелом возрасте начинают свой путь поиска смысла жизни, на подсознательном уровне отращивают бороду. Так ли это, или это всего лишь совпадение? Григорий, это к тебе вопрос. Ну, это не обязательно факт, но, например, если взять ту же самую астрологию, то, например, борода связана с планетой Сатурна, а Сатурн связан с внутренней системой ценностей, а любой духовный рост начинается, скажем так, доведение до совершенства механизма системы ценностей, то есть внутреннего стержня. То есть с этой внутренней системы ценностей начинается ваше желание к духовному росту. Когда ваша внутренняя система ценностей говорит о том, что вы не хотите больше жить как человек животного и хотите развиваться, хотите двигаться по пути эволюции. То есть в этом плане борода, она поддерживает некоторые структуры. То есть она на полевом уровне, скажем так, поддерживает вашу систему ценностей. Поскольку все, что есть в человеке, оно несет какую-то функцию. В том числе и волосы, которые на теле человека, они несут функцию. Например, почему бизнесмены зачастую стригутся на лысо, либо очень короткие стрижки, поскольку волосы на голове повышают эмоциональную чувствительность. А этим людям нужна прагматичность. А использовать эту энергию, например, для того, чтобы заниматься бизнесом, они не умеют. Ну, они эту систему снимают с головы. То есть они коротко бреют, коротко стригут волосы, и как бы вот эта эмоциональная энергия, это эмоциональная подключка, то есть это астральная энергия, которую они не могут управлять, им, скажем так, перестает мешать. Но это вроде того, когда у вас есть сильный двигатель, например, но вы не умеете им управлять, вы просто включаете его. Да, вы не используете, вы не двигаетесь быстро, но, по крайней мере, он вас не дезориентирует. Ну, в частности, борода связана с, скажем так, борода это антенны, которые помогают вам настроиться на эти вот ценности, то есть формировать систему ценностей. То есть есть некоторая связь, то есть может быть она не стопроцентная, потому что бороду могут носить и черные маги, бороду могут носить и террористы, и у них тоже есть какая-то система ценностей, но вообще борода это признак того, что вы отращиваете себе антенны, которые помогают формировать в вас твердость и какую-то систему ценностей. Система ценностей может быть и отрицательная. То есть борода – это механизм, который помогает системе ценностей работать. Соответственно, то есть в этом плане связь есть, и я вот могу, в общем-то, на уровне своей личной жизни это рассказать. Многие уважаемые люди, скажем, которых я учился и которых я серьезно воспринимаю, вставая на этот путь тоже, как ни странно, это отращивали. Я думаю, что в этом особо странного ничего нет. Также можно это сказать, например, и по прическам. То есть по тому, как, например, какую прическу носит человек, можно сказать, как он структурирует свое сознание. Что человек умеет, что он может, к чему он стремится. Все, что на человеке, это механизмы, созданные природой. И у них есть своя задача. И, соответственно, как человек формирует эти механизмы, можно сказать, к чему он стремится. Вот борода – это признак того, что он формирует систему ценностей. Она может быть как положительная, так и отрицательная, но сам факт бороды, как правило, признак. Но за исключением, может быть, тех случаев, когда в национальной культуре принято бороду отращивать, например. Или когда человеку просто лень ее стричь. То есть, за исключением этих вещей, иногда эта ситуация происходит подсознательно, в общем-то, борода признак того, что человек начинает себе эти вещи формировать, и борода ему в какой-то в известной степени будет помогать. Когда вы станете очень чувствительным, вы эти вещи будете чувствовать, ну, если вы, соответственно, конечно, мужчина.